На канале «Вы Оренбургский поисковик». Привет всем подписчикам, случайным зрителям. Сегодня хочу рассказать вот о такой ручной лебедке китайского производства. Судя по всему, даже тут маркировка осталась. Вайнч что-то написано со штрих-кодом. Значит, купил я ее в 2015 году для снегохода. У меня остался Росомаха. Как бы штатной там лебедки никакой не предусмотрено, надо ставить дополнительную электрическую. Я решил положить в кофр, в багажничек вот эту лебедку, чтобы там где-то, если провал какой-то или бревно потянуть. Ну, я как бы не охотник. Там охотники, может, дичь какую-то вытягивают, да, соврашка с какого-то. В общем, вытянуть снегоход. Купил складную лопатку и купил вот такую вот лебедку. Вот. И она лежала без дела у меня до момента прошлого года, вот, когда я поехал на пляж и застрял там у меня приора, зарылась она передними колесами в ПГС, хотел поближе к воде подъехать, ну я на радостях, значит, достал вот эту лебедку, думаю, сейчас я быстро, значит, почему купил, потому что я посмотрел отзывы на ютубе, там парень такой лебедкой вытягивает калину, севшую на пузо, как бы в лесу, и говорит, вот, типа, достаточно, там, туда-сюда. В общем, стал я буксировать. Произошел нахлест троса, если видно. Сейчас я так, чтобы солнце попадало. Вот, смотрите, вон там вот, внутри, да? Я не знаю, какую функцию выполняет вот эта пластина, типа, направляющая или что. Произошел на нее нахлест троса. И вот этот вот язычок пластины загнуло под барабан, в итоге как бы заклинило трос, я продолжал тянуть, потому что, ну, хорошо, что мы доехали, у меня уже там девушка загорала, шашлычок жарился, а я занимался одновременно и шашлыком, и вытягиванием машины из песка. Вот, я продолжал тянуть, этого не заметил, значит, перекосило барабан, вот это вот все, вилка, да, вот эти все составные части очень из мягкого металла выполнены. Вылетел вот этот крепежный болт, гайка, видимо, там ослабла. Вылетел вот этот крепежный болт, перекосило барабан, вот эту всю конструкцию. Как бы я забросил эту лебедку в багажник, и меня там люди выдернули Нивой. Тоже, да, к слову сказать о том, что люди бывают разные. Подъезжает Нива спереди, двое мужчин сзади, двое женщин на заднем сиденье. Я говорю, мужики, дерните там, ну, чуть-чуть зарылся. И они молчат, а женщина говорит, вот, каждый раз приезжаем на пляж, и такие, как вы, подходят. Я говорю, ну, потому что у вас Нива. Ну, тоже для меня это было непривычно, потому что я считаю, когда разговаривают два ковбоя, лошадь должна молчать. Вот. Сегодня, значит, у себя на участке, вот, видно, корень сливы, пенек такой, я решил выкорчить с помощью лебедки. Стал ее ремонтировать, вот это все выпрямлять, все это там немного окислилось, не работало. Отец побрызгал мне жидким ключом, я это все разобрал, выпрямил, отстучал, вот это выпрямил эту пластину. В итоге сейчас тяну я эту вишню тросом, да? И эффект, ну, очень слабый от этой лебедки. Ребята, она как игрушечная. Не покупайте китайских лебедок дешевых. Я не знаю, у меня не было дорогой лебедки. Может быть, я, конечно, сэкономил вот на такой, вот видите, да? Маленький барабан. Я не знаю, как называется эта фирма. Но вот вам говорю, не покупайте. Потому что у вас будет на нее вся надежда, а надежды на нее никакой. Если вам нужна лебедка, не экономьте денег. Купите бренд известного производителя, помощнее конструкции, с большим барабаном, какую-то ручную. Вот у меня в прицепе для квадроцикла стоит такая с большим барабаном, ручная, как бы квадрик, я легко ей затягиваю. Вот. В общем, вот честный отзыв владельца о таких вот бюджетных китайских ручных лебедках. Ну, 100-150 килограмм какого-то груза вы ей вытянете откуда-то. Автомобиль из глубокой колеи, там грязи. Вряд ли. Всем пока, ставьте лайки, чтобы распространить это видео и уберечь людей от покупки.